Друзья, с вами канал Львы Атакуют, и сегодня будет обзор кубика GTSM3 Magnetic. В общем, кубик этот я уже крутил, но хочу поделиться своим мнением, и я расскажу очень интересную новость. Так, тут коробочка магнитная, прикольная. В общем, что у нас тут входит в состав? Сейчас я все вот так. Это вот такие вот штуки неинтересные. Тут показано, как нужно коробочку эту там все ставить. Это ладно. Так. Вот тут вот в этой коробочке инструкция. Ну, я ее туда положил. И, разумеется, инструкция от ГАН гораздо больше. Тут показано, как называются стороны. Ну и новичковый метод. Так. Также идут вот такие вот штуки. То есть это отвертка. И вот это для того, чтобы его, насколько я знаю, правильно настроить. Тут также идут магниты. Я, честно говоря, впервые вижу магниты, ну, типа, вот так вот. Ну, вот. Так. Больше в коробочке ничего нету. Сейчас вложу... Тихо. Все обратно. Так, что такое? Так, теперь самое интересное. Вот он так открывается. На задней стороне есть такая штука. И такая штука. Ее нужно... Тут я не знаю, видно или нет. Тут такая штука есть. Сколько раз я сказала слово штука? Ее нужно совместить вот как-то вот так. Вот. Затем... Вот это тоже нужно. Вот тут есть такая штучка. Ее нужно совместить так. И в итоге кубик поставить вот. Ну и как-то так. Так, теперь переходим к вращению. Кубик хороший. И вот эта новость, которую я хотел сказать. Я признаюсь, что GTS лучше, чем ГАН. Я долго в этом сомневался, но, покрутив его, я сделал решение, что он лучше, чем ГАН. ГАН, я его смазывал где-то, ну, не помню, неделю назад. Этот не смазан, насколько я знаю. Но крутится он все равно лучше. Во-первых, вот тут вот есть бортики. Это круто. На ГАНе такого нету. И... Главное в них различие этот, то есть тут магниты более мягкие, чем в ГАНе. И он сам вот, по кручению очень мягкий, а ГАН нет. Ну и пожалуй вот. Так, ну теперь по кручению. Углорез у него большой. Ну сами видите, что вот. О, что? Ну, даже вот так вот режет. Нормально. Потом вот внутри там вот такие штуки. Я не знаю, как объяснить. Вот. Ну, в ГАНе такого нету. Там просто детальки вставлены. Ну и как бы вот. Еще раз говорю, он очень мягкий. Итак, цвета. И этот идет колор. Так, ну, по цветам белый. Красный темнее, синий темнее, оранжевый светлее, зеленый светлее, желтый светлее. Ну, это колор. Сейчас я покажу валк. Так, вот. Он тоже колор.
И GTS больше, чем Ган. Ой, чем Валк, на чуть-чуть. Ну и по цветам. Да, одинаковые. И если сравнить еще и GTS, все-таки больше, чем Ган. Да. Ну, в общем, сейчас я сделаю сборочку одну. Офигеть, какой мягкий. Ну, и вот. И, к сожалению, этот кубик не мой. А я его взял для того, чтобы записать видео. Жаль, конечно, я бы на нем, вот честно говорю, на нем бы собирал. Так, сейчас я достану таймер, хотя он далеко. Ну, сейчас. 5 сек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. В общем, включаем его. Так, проверка. Да, все работает. Что я сделал? Так. Ну, в общем, я его сейчас разобрал. Так. Вот это все отодвинем. Ну, приступаем к сборке. Сначала я сейчас так осматриваемся. Может, вообще ПБ поставлю. Если я буду в кадре дышать вот так, не обращайте внимания, я так всегда делаю, когда собираю. Так, поехали и... $29.57. Ну, так себе. Учитывая, что я вот там в FTL на 3 секунды не мог вообще ничего найти, то, ну, 26 бы собрал. Вот. Ну, вы не подумайте, нет. Я нормально собираю. Это просто так получилось. Теперь ради интереса соберу ногами. Я знаю, что типа это зависит от того, как разобрать. Можно там вообще с крестом разобрать, но я считаю, что нужно разбирать для того, чтобы вот тут ни одной детальки креста не было. Так. Все. Тут как-то, вот, скажу, более привычнее. Неудивительно, почему. Хотя вот опять тупанул. Блин. Не люблю эту формулу. 29.05. Эх, ну, все-таки на 0,5. Ну, я хочу сказать, что я как бы, ну, сейчас меньше собираю, намного меньше. Но летом, возможно, буду уже тренировать сборку. Вот он вообще сухой, вот я собираю прям сухой. Смазать нормально будет. Ну, в общем, вот. Ну, тут все понятно. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше вы все знаете. В общем, что еще сказать? Всем пока.